весь персонал у нас переехал на Елецкую. Сейчас, как говорится, трудится в полном объеме. Это же реальные картинки. Это реальные картинки, вот, вот так ну, сказать, все там, где я был. Все смотрели. Нет, тут еще пока не в нашем здании. Что хочу сказать. Я в прошлый раз у меня, как говорится, да, допрашивали, когда закончится. Так вот, я вам могу сказать, что уже есть свет в конце туннеля. Не два года капитальный ремонт будет длиться. А вот смотрите, с 1 июля мы ушли в капитальный ремонт. И, скорее всего, 29 мая... Мы с вами там встретимся на встрече. 1 июня в день защиты. То есть меньше года. Меньше года. Большой объем работ уже выполнен. Большой объем. Черновые работы практически все выполнены. Сейчас инженерия собрана и так далее. Там вот начинается уже приступать к чистовой отделке.